Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Так, ну что, запрос у нас на нашу награду. Так, 15 в плюс завод. И что нам тут выпадет? Маг, ага, зомби с надгробием, это отлично. И эльфы. Ну и плюс немножко голды. Так, новый сезон. Так, ну что, давай, наверное, быстренько с тобой шемментом, так сказать, пробежимся по арене. Вообще, буквально моментально. Потому что только начало, так что я думаю, здесь возьмем с собой вот этот отряд. И здесь будет одного достаточно, наверное, самурая нам, да? Скорее всего. Он один здесь все уничтожит. Не веришь? Сейчас увидишь. Как выглядел, да, раньше, ребята, вот этот вот зомби-суицидник. Даже урона не получает мой самурай, как ты видишь. Он сейчас просто с удара башню эту... Бумс, уничтожит. Ну что, прекрасно. А у нас с тобой есть дела поважнее. Так, зайдем в магазин для начала. И бесплатно нам ничего не дают. Обидненько немножко. Так, ежедневное испытание. Неужели будет разыгрываться ведьма? Слушай-ка, ведьма разыгрывается. Давай-ка мы с тобой быстренько посмотрим. Ё-моё. Отрядик-то не кислый у него здесь. Ты посмотри. А что мне дадут? Давай посмотрим. Значит так, я возьму башню-сферу. Я возьму Ронина. Возьму нашего мага-воина. Так, у него что там? Прыгун, да, будет? Прыгун плюс... Секундочку, а что тогда? Я, наверное, возьму тоже ведьму. Или друидку лучше взять. Вопрос интересный. Давай, наверное, возьму ведьму. Кто мне еще там может пригодиться? Наверное, баллисту возьмем. Или подожди-ка. Сейчас мы с тобой вначале вот сделаем нормальный отряд, и уже будем его потом юзать. Или все-таки взять ниндзю. Или тыквоголова. Блин, я, наверное, возьму баллисту все-таки и... А, у него же еще, блин, служитель тьмы там будет. Ну вот как вот, я не знаю даже, что мне сделать. Он будет вызывать прыгунов, естественно, мне нужно будет его контрить. Контрить кем? Чем? Щит взять? Щитобота? Ладно, давай возьму, наверное, щитобота здесь все-таки. Попробуем, друзья мои, вот такой вот командой противостоять этим вражинам. У него, не забывай, ведьма будет покруче, чем у меня. Потому что у меня 4 звезды на ведьме. А у него, как ты видишь, 5. То есть у него топовая ведьмочка. Так, я боюсь, что он сейчас начнет с прыгунов. Нет, он начал с суицидника. Вот здесь надо было, знаешь, что брать? Поздно я понял. Здесь надо было брать ползуна. Ты вот началось. Так, иди сюда, хлопчик. Смотри, смотри, что делает. Клетку, а? В клетку, гаденыш. Ладно, я пока перетерплю. Давай вызовем баллисту. Бедный робот мой. Куда? На-ка. Захотел чего? Ну что, если даже ведьма сейчас выйдет, ребят, мы сможем с вами ее наказать. Но она, по-моему, не выйдет, не успеет. Стопы. Есть контакт. Ну что, как ты видишь, первая победа была здесь за нами. Мы получаем 23 штуки, да? Карточки на ведьму. Так, но это еще не конец. Естественно, мы пойдем с тобой на вторую и потом еще на третью попытку. В общем, такая схема работает. Можно, в принципе, обойтись без щита бота, я посмотрел. Но без кого нельзя обойтись, это без рыцаря-мага, это я тебе точно говорю. И Ронин, в принципе, здесь тоже очень хорошо бомбит. Плюс баллисточка, которая показала, что да, действительно достойно быть в этом отряде. И ко всему прочему, можно взять тоже, в принципе, прыгуна. Кстати, ты заметил, что он не вызывал служителя тьмы? То ли не хотел, то ли... А, ползуна я хотел взять, да. А ползун вообще здесь доступен хоть? А ползуна, по-моему, здесь и нету, друзья. Понятно.
Ну, вместо ползуна можно тогда взять вот, например, нашего... Как его звать-то, я уже забыл. Циркулярку, короче. Ну что, поехали. Кого он там начинает вызывать в первую очередь? Ага, камикадзе. Поехали. Зомби-камикадзе. Так, ну что, я 500 энергии накопил. В принципе, можно... Ага, можно. Можно, но не нужно. Так, давай, пускай он делает прыжок свой. Ронин, выходи. И погнали. Так, не забывайте про клетку. Ух, как сейчас ему... Да, ребята, как будто сейчас мы провели атаку. Я боюсь, ему крышка, друзья. Пока он там что-то дергался, мы уже замок ему уничтожили. Ну что, 13 карточек еще на ведьму. Ну и последняя заходочка у нас. Давай, наверное, возьмем, ну, всю ту же самую рабочую схему. Абсолютно, ничего менять не будем, ребят. Ну, если это работает, зачем изобретать, как говорится, велосипед, да? Единственное, я тебе говорю, почему-то он не выпускает служителя тьмы. И мне как-то это кажется странным. По идее, служитель тьмы у него должен сразу появиться. Но почему-то он этого не делает. Так, кого я забыл? А, баллисту. Хотя, если подумать, баллиста здесь и не нужна, если честно. Но все равно пускай будет. Так, поехали. Это последняя попытка, друзья мои. Мы с вами там получим, по-моему, 7 или 8 карточек. Я точно не помню уже. Да это, в принципе, и не важно. Так, ну что? Молотильщик, вот его как звать. Ёлки-палки, созрел. Вспомнил под конец игры. На. Так, ну что, как я тебе и говорил, 500 энергии мы накопили. И дальше рабочая схема идет как? Вот прыгун, вызываем с тобой, естественно, мага воина. Ну и дальше. Так. Окей. Даже баллисту не буду вызывать. Вызову сразу ведьму. Все, поехали. Вот у него тут прыгун. Прыгуна, естественно, ведьма сейчас уничтожит. У нее очень большой дамаг. И все, друзья мои, победа за нами. Очень быстро здесь все у нас получилось. На одном, так сказать, дыхании. И 8 карточек ведьмы мы получили. Сейчас хотелось бы, кстати, глянуть, сколько вообще нам нужно с тобой карточек для того, чтобы прокачать ведьму на фул. Так, где у нас тут армия, вот. И смотрим, ведьма это у нас нежить. Вот она. Короче, друзья мои, еще 360, ну 359 карточек нужно. Не так уж, в принципе, и много. И на зомби с надгробием нужно 26 карточек. И мы его прокачаем по фулке. Отлично. Так, ну что у нас тут? Друзья, подарки, все дела. Собрать все, разослать всем. Собрать все. Прекрасно. Так, ладно. Квесты. Забираем здесь гем. И что у нас? И у нас, ребята, с вами бои. Так, нам нужно ваше разрешение, чтобы сохранить состояние игры, когда вы получаете телефонный звонок. Что? Не понял я, ребята, что это на самом деле было. В общем, так, у нас с вами здесь... Ага, копейщик плюс тигр. И я думаю, что, наверное, мы начнем... Слушай, а в принципе, этот отряд можно взять. Давай, поехали. Этот... А, ёлки-палки, ребят, нельзя было. Хотя, подожди, у нас же есть... Успеем ли мы только? Успел, слава богу. Так, ну шутки в сторону, ребят, потому что сейчас тут начнут расколбас полнейший делать. Пока самурай мой справляется, и это хорошо. Так, и нам нужно будет с тобой вызывать, естественно, вот этого парня. А, могучего, да? Кто у него тут тигр? Значит, мы сделаем с тобой немножко по-другому. Блин, конечно, сейчас эта душа будет. Ну. Давай ты головой. Да, я так и понял. Этот парень, как всегда, начинает меня раздражать. Я имею в виду тигр, который выпускает душу свою. Так, если мы с тобой, знаешь, что сделаем? Призовем грифона. По крайней мере, он не будет получать урона. Окей. Давай корни выпустим. Плюс ураганчик. О,
Вышел кто у нас? Ха-ха. Старый воин. Ну все, тогда крышка им здесь. Если старый воин вышел на поле боя, то, ребята, извините. Кто не успел, тот опоздал. Да, пошла, короче, разруха полнейшая. Так, ну все равно, друзья мои, для первого поединка у нас бой слишком такой затянутый получился. Ну что, давай тогда дальше идти с тобой. У нас второй поединок. Здесь храмовый пес, да? Храмовый пес. Плюс опять же эти копейщики. Немножко, конечно, увеличилась у нас дистанция, но будем, наверное, вызывать все-таки нашего самурая. Без него никуда. Тем более на первых порах. Так, будем сейчас... Вот этого я и боялся, ребята. Вот этого я и боялся. Просто копейщик, ребята, он начинает... У него копьишко длинное, да? И он может задеть нашу базу. Издалека, так скажем. Ну, разобрали, да? Давай-ка корни выпустим. Да куда ж ты опять-то побежал, а? Так, и грифу позовем. Так, что-то мне не нравится тут обстановка наших дел. Его напугали. Ну куда ты пошел? Ты и так еле двигаешься. Главное, вперед идет так медленно. А как испугали, побежал аж прям. Ну давайте, ребят, ну поднатужились. Ой, зря я, наверное, так делаю. Сейчас он душу свою отпустит. Нет, все хорошо. Тогда все. Запрессовали мы, так сказать, его возле базы. И сейчас быстренько с собой ее уничтожим. Вот и все. Так, ребят, у нас с вами будет сейчас третий поединок, я, наверное, сделаю чуть потише. Отряд оставляем прежний. Так, опачки. А тут Ронин. Тут, ребят, уже не смешно будет на самом деле. Так, здесь надо подумать хорошенько. Либо нам взять вот этот отряд, либо вот этот. Я, наверное, возьму вот этот. Блин, Ронин, ну ты знаешь, его истерику вот эту вот. Психоделическую, да? Где он бежит, ай, пофиг ему кто там и что там. Давай так сделаем, потом сразу молотильщика будем вызывать. Вот, вот об этом я тебе и говорил. Фух. Ну, расслабляться рано, потому что он сейчас еще одного вызовет. Вот-вот. Начинается, короче, вот эта вот дурка его. Распилили, молодцы. Так, вызываем с тобой всадника на журавле. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо. Это нам крупно повезло, еще я тебе скажу. Так, ну, всаднику на журавле, как ты понимаешь, по барабану, да, что он там выпустил свою душу, тигр. Ему пофиг, потому что он как летающий юнит считается. И, как говорится, сверху по нему не достать. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, что такое? Что тут происходит, не могу понять. Ага, все. Хорош. Ну что, остается лишь забомбить базу и все. И дело в шляпе. Тигр, вали отсюда, а. Прекрасно. Так, ребят, двигаемся далее с вами. У нас остаются два последних поединка. Ну-ка, давай. Здесь добавляется ниндзя, ко всему прочему. Блин, не хотелось бы мне с ниндзя с этой. Но это самый дорогой отряд, поэтому, ребята, здесь я его брать не хочу и не буду. Либо нам оставить вот все как есть, либо взять вот этот отряд. Тут у нас тоже есть ниндзя, но нету ни одного летающего юнита. Все-таки я возьму, наверное, вот этот, ребят. Не знаю. Давно не играл против этого отряда и не помню, что может ниндзя сделать. Но проблемы точно будут. Это не избежать. Пока тишина. Там Ронина не было вроде бы, не? По-моему, не было. Тигра вызвал. Все, я понял. Он вызвал тигра.
Так, ну что, тогда мы, наверное, с тобой начнем с... Ох, елки ты палки. Дело дрянь. А если вот так вот сделаю? К примеру. Твою же дивизию, что творят? Заморозка. Вот что нам поможет. Всадника сейчас завалят. Друидка, блин, ей одной тяжело противостоять, да? Хотя получается. Получается вроде бы как у нас, да? Давай поможем еще вот так вот. Тотемы красные, они наносят обалденный урон. Слушай, ну, по-моему, все. Мы прижучили врага. Как говорится, поставили его к стенке и начинаем уничтожать с собой замок. Есть. Все-таки сработала, да, наша, как говорится, команда. Довольно сложно все было и прекрасно. Так, остается последний поединок у нас здесь. И тут уже, блин, опять Ронин. Опять Ронин. Что будем делать с вами? Ну, естественно, будем пытаться, наверное, этим отрядом же провернуть наше дело. Опять будем делать с тобой щитобот плюс молотильщик по старой схеме. Я не знаю, кого он сейчас будет отправлять, понимаешь? Если Ронин побежит... Вот, все-таки Ронин. Отлично, сработало хорошо. Молотильщик дает Джазу. Сейчас пойдет, скорее всего, тигр у него в бой. Хотя, может быть, ага, все-таки Ронин. Так, ну-ка, ниндзя, вали-ка ты отсюда, а? От греха подальше. Мы ее еще и напугали даже. Я вызываю друидку сейчас. Она все равно здесь пригодится, поверь мне. Ох, ё! Успел, ты прикинь, он успел призвать. Давно такого не было, ребят, чтобы он успел. Так. Ну, естественно, естественно, мы сейчас будем... Да ну! Даже не вздумай. Ёлки ты палки, ты понял, что он сделал? Е, мы тоже, мы отомстили, мы успели, ребят. Мы успели. Тебе не кажется ли, что здесь что-то... Что-то изменили? Ты спросишь, что? А я тебе скажу, почему-то здесь стало все на более-менее, как тебе сказать, то ли продвинуто, то ли как-то вот... Не все так легко. Ну-ка. Тут, наверное, было зря, конечно, сделано. Ураганчиков-то не надо было, наверное, делать. Да ты гляди, что творится-то, эй! Ё-моё! А что такое расколбас-то жесткий? Ху-ху-ху-ху! Вот это, да, вот это мы с тобой попали. Я ничего не успеваю здесь сделать. Ну-ка нафиг. Давай руби их всех. Отлично. А у нас 20 секунд, все, я не успею, ребят. Они специально тут время протянули, чтобы я не успел пройти этот уровень. Именно по таймингу. Ладно, гаденыши, раз вы так, будем брать другой отряд. Я вам устрою сейчас кузькину мать. 4 секунды, понятное дело, что тут уже никак мы не успеем. Это все было сделано специально. Я тебе серьезно говорю. С таким наплывом, причем через каждые доли секунды он вызывал врагов. Даже я такого себе не могу позволить, понимаешь? Потому что элементарно энергия заканчивается. Если у него, конечно, не сразу же там 1000 энергии дается и тому подобное. Тут мы проиграли, но лишь из-за того, что, ребята, по времени. Так что будем переигрывать обязательно этот уровень. И придется, наверное, взять другой отряд. А какой другой отряд-то тут возьмешь? Этот отряд довольно сильный. И если нам брать, то только лишь вот этот имбовый. Ну давай, хорошо, давай я возьму имбовый отряд. Я, ребят, совсем забыл, что у нас же, мы когда с боссом сталкиваемся, мы же всегда берем с тобой имбо-отряд. Да? Чтобы проходить без этих, без всяких тут заморочек. А на этот раз я просто забыл. Ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей. Нет. Нет. Фу, трындец, на микронах, ребята, просто успел. Просто на микронах. Ну-ка давай-ка я теперь вызову Ронина.
вызову Ронина, еще и вот так вот делаю, чтоб знал, на кого булки крошить, да? Ну что, остается, ребят, позвать мне, наверное, ведьму. Смотри, смотри, что тут сейчас будет. Шух! Вот что будет. Да ничего не будет, ребят. Ничего, блин, хорошего. Так. Давай, 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 рыцарь. Ну-ка, пора, пора влупить. Вот и все. Делов-то на копейку. Будет еще выпендриваться мне здесь. Давай возьмем прыгуна с тобой сейчас. Прыгуна плюс Ронин. Ах ты, гаденыш. Все-таки душу свою, да? Выбросил на помойку. Так, Ронин. Блин, ведьма, ведьма, ведьма. Так, пора влуплять. Заколебал уже, действительно. Ну, есть контакт. Ну что, ребят, да, было тяжеловато. Не скажу, что прям на изи. Но главное, что мы прошли. Так, и я предлагаю забрать награды и перейти на следующую карту. Так, а здесь нам выпадает. Это хорошо, копеечки мне нужны. Ну и 9 геймов тоже не помешает. Так, друзья мои, завод роботов. И встречает нас здесь молотильщик плюс щитобот. Ну, против этих ребят я не знаю. Можно, в принципе, взять вот этот отряд. Этот отряд. Или же все-таки взять вот этот. Или же отыгрывать вот это. Давай вот это, наверное, будем отыгрывать. Раз уж пошла такая пляска. Тоже у него там щитобот, молотильщик, да? И у нас, в принципе, такой же набор. Как говорится, кто кого передамажит, да? По идее, должен я. Давай, 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 пили, пили, пили. Оглушай там, что хочешь делать с ним. Вызываем с тобой всадника. Неплохо. Так, ну что, наверное, будем вызывать с тобой паладина. Слушай, ну если вот так вот пошло дело, то все. Финита ля комедия. Ха, по-другому не скажешь. Давай еще одного всадника. И начинаем распетрушивать просто его на этот замок. Ну, я. Вот так вот. Ну что же, мы с тобой продвигаемся дальше и смотрим, что у нас тут. Ага. Физбот. Тебя не толкай, да? По-другому, как я его называю. Ну что же, здесь... Здесь то же самое, ребят. Мы отыграем этот отряд. С тобой уже, как говорится, добьем энергию. Так, квест завершен, тактик. Это очень хорошо, это очень мило. Заберем потом награду, но сейчас отвлекаемся совсем другое, ребят. Думаем, думаем, кого будем. Так, ага, щитобот идет. Молотильщик тоже бежит. Сделаем тогда самую первую схему. Вот такую вот. Сразу же всадник на журавле. Окей. Блин. Ладно, Палыч, выходи. Этот, физкультурника валите. Сейчас начнет тени толкай заниматься. Он уже занялся этим делом. Подбили. Так, еще, наверное, одного всадника я призову. Я, на самом деле, хотел вызвать друидку, но, по-моему, мы и без нее здесь справимся. Ну, лишней она уж точно не будет, согласись. Давай, 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 колбасим. Все у нас идет хорошо. Ну, осталось совсем чуть-чуть, да. И мы победили здесь. Продолжаем разговор. Так, заберем здесь награду. Пройти через врата. Собери, что, бонусов торнадо 5 штук. Ну, если такие будут, конечно, будем их собирать. Так, ребята, третья у нас битва. Здесь Джаггер. Да-да, Джаггернат. Но он один.
Поэтому здесь можно, в принципе, взять вот этот отряд. Почему? Ребят, ну, во-первых, он не особо сильный. Я имею в виду вражеский отряд, не особо сильный. Но я сейчас подумал, зачем я так сделал, если он сейчас будет вызывать молотильщиков. Ёлки-палки, вот это я, если я успею, конечно, я вызову. Ну, е. Так, это хорошо, ребята, он с удара его валит. Так, а теперь нам понадобится, блин, если я вызову этого, я боюсь, ребят, сейчас. Все зависит от того, будет ли он выпускать пилу, а он выпустил ее. Дело дрянь тогда получается. Выпустим с тобой корни. Да, нам придется вот этих вот терракош выпускать одного за другим. Спасибо тебе, самурай, что ты упал. Начал плакать в истерике, короче, он там в конвульсиях дергался. Ай-яй-яй. Так, ну что, вызываем деда, да? Олдскульного. Наверное, так сделаем с тобой. И корни. Корни надо будет вызвать. Как-то вот таким вот образом. А почему он отхиливается? Я не понял. Не врубился я. А ну-ка давай-ка. Блин, я вот только вызываю этого тыквоголового. Сразу же начинается, ребята, вот эта пила вылетать. У нас минута еще впереди. Мало времени на самом деле. Смотри, какой, а, гаденыш. Они деда завалили. Они завалили детка. Тыквоголовый, давай выходи. Сейчас не удивлюсь, если он выпустит опять пилу. Нет, не выпустил, надо же. Блин, 44 секунды. Что-то вообще как-то очень паршиво. Да уничтожь. Все, дед, выходи, давай быстрее. Блин, нам нужно 28 секунд у нас всего лишь времени. Твою налево, 19 секунд, ребята. Ну, 12 секунд, успеем, нет? Да должны, по идее. Фу. Блин, как же они противные, эти джиггернауты. Их подбиваешь, он потом еще вторую форму берет. Как просто, знаешь, безжизненное тело стоит. Но все равно тебе нужно разобрать, прежде чем пройти дальше. Вот в этом, в принципе. Так, а здесь у них еще и хилбот прибавляется. Щитобот с хилботом. Мы эту песню уже с тобой раньше видели. И мы знаем, на что способны эти отрядики. Поэтому, наверное, нам придется взять вот. Блин, ну опять же, если я возьму здесь вот этот отряд, молотильщик будет своей пилой уничтожать именно при смерти. И как тогда мне быть? Этим отрядом я вряд ли здесь могу пройти. Есть только имбовый брать, но он мне пригодится еще. Этот это не вариант. Твою же налево. Ну, давай тогда попробуем. Блин. Попробуем этим. Да это фигня все полная. Не, ребят, я не знаю, давай вот этим все-таки рискну. Рискну попробовать, но хилбота надо как-то, ребят, уничтожать. Потому что если он будет стоять впереди щитоботов и будет их хилять, мы запаримся их прибивать, вот и все. А он так и будет сейчас делать. Это же старая школа. Видишь, старая школа, ребят, ну тут ничего нового. Даже если я вызову. А если только прикрывать его? А, у нас же. Нет, грифон, нафиг мне грифон. Вот, видишь, что он сейчас будет делать? Еще этот идет. Смотри, тяни, толкай. Вот так вот, если только корни. Попробуем. Корни должны там хорошо пойти нам. Так, ураганчик. Окей, пока не оглушены были. Бамс. Замечательно. А теперь нужно вызывать нам грифона, скорее всего. Это в наших интересах просто-напросто. Да на ты успокойся там уже, а. Заколебал. Опять выпустим корни. Есть. Слушай-ка. А очень даже неплохо у нас с тобой получилось. Эта заходочка, ты посмотри. Очень, я думал, будет намного хуже. Но, видишь, все хорошо, все под контролем. Мы сейчас нахлобучим.
Давай, 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 давай. Старый воин, еще ударчик, все, ребят. Прекрасно. Так, сколько у нас там еще поединков? По-моему, один последний остался, да? Последний. Ну, тут понятно, тут термин 9000, естественно, ребят, берем имбу команду. По-другому не сделать. Против термина только так. Разговор короткий, да, как говорится, и не размусоливай здесь. Не затягивай поединок, потому что если он раздухарится, это будет финиш. Ну что, рыцарь-маг у меня есть, это все у меня есть. Поехали. Ронины. Все, как говорится, у нас на мази. Так, Ронин, будь добр. Нет, не хочет выбегать. Возьмем прыгуна с тобой еще тогда. Еще мага-рыцаря. Ага, дохилялся чувачок. Ну что, ведьмишка, пора тебе выйти на поле боя. Да-да. Пора тебе выйти. Так, монетки отдайте только. Ну что, может быть, влупим или не будем пока? Я боюсь, что если я сейчас влуплю, он вызовет термина. Но, как ни странно, он его пока не вызывает. А вот он вышел, явился и запалился. На! Он тянул до последнего. Он думал сейчас меня прожать немножко, да, чтобы я в панике начал вызывать суперудар. Да не тут-то было. Я все-таки перетерпел, да, эту секундную боль. Но зато потом мы этим лучом пробили термина и, соответственно, как ты видишь, мы победили. Так, ну что, давай забирать награды с тобой. Ага. Ядерный робот, репульсор, ну и завод. Так, дальше у нас что? Долина подданных. Начинается с фехтовальщика и рыцаря. Фехтовальщик и рыцарь. Я думаю, что этот отряд, в принципе, должен, ребята, затащить катку, но фехтовальщик, он быстрый и очень много наносит урона, поэтому, скорее всего, я возьму вот этот отряд. Я, кстати, не знаю, ползун, он сможет сразу подбить фехтовальщика? Ну, я имею в виду сразу его уничтожить. Надо будет проверить. Ой, что я делаю? Не то, не то, не то, не то, не то. Твою же дивизию, а. Так, посмотрим. Ну-ка, давай. Да, может, ребята. Причем очень даже неплохо он уничтожает. Так что будем знать, что ползун, ребята, уничтожает фехтовальщика с одного, как говорится, удара. Давай-ка, беги, родной. Ползун может еще с небольшим шансом, ребята, оглушить, по-моему, врага, насколько я помню, да? По-моему, да, он может оглушить. Так, ну, слушай, две банши, это будет круто. Подожди, почему банши я их называю, когда это некро? Это некро, ребят, не надо путать. Давай-ка вызовем клеточку. Сколько времени там? Минутка еще есть у нас, да? Ну, соответственно, уже здесь он ничего нам не сделает. Мы его тут хорошо прижучили. Дальники бомбят, да? Как говорится, полностью контролируем эту территорию. Ну что же. А мы с тобой переходим на второй поединок. И здесь нас встречает... Ага, копейщица. В принципе, для меня, ребята, она не страшна. Как, думаю, и для вас. Урон она наносит не очень большой. Единственное, что у нее, это она может оттолкнуть врага. И это плохо будет сказываться, если, например... Да иди ты отсюда. Если это, например, происходит битва у твоих ворот. Вот тогда да, тогда будет критично. Так, я надеюсь, да, они должны справиться, ребят. Ну-ка, ползун. Нормуль. Вот, вот, видишь, копейщица идет, ребят. Вот здесь вот может плохо. Она может оттолкнуть и копьем задеть нашу башню. Что, соответственно, нанесет урон, и нам придется переигрывать. Но надеемся, что этого не произойдет, потому что мы уже, как говорится, их прижучили практически здесь. О, мы даже копейщицу с тобой можем ползуном валить. Вот оно что. Ползун универсальный боец получается у нас, да? И это круто. Так, ну, как видишь, у него летающих юнитов нету, поэтому моя баллиста здесь просто... чувствует себя комфортно за, как говорится, за спиной наших вот этих вот элитных бойцов.
Очень хорошо все получается. Ну, есть. Так, ребят, ну а мы с вами продолжаем. Продолжаем, и у нас третий поединок. Здесь ничего страшного нету, прибавляется только лишь лучница. Ну, согласись, радиус стрельбы лучницы, да, и нашей баллисты — это небо и земля. Так, опять мы начинаем, да? Ну что, вызовем банши, наверное. Почему банши, ё-моё, некро, некро, рэй, некро ее величать, а не банши. Давай вот вместе встанут они пускай. Опа. Так, колобки тоже, кстати, неплохо, да, наносят урон. Ага, вот что он. Лучница уже тут подошла, да? К нашим территориям. Ну-ка, давай вот так вот сделаем, чтобы было пусто им. Давай-давай-давай-давай, ураганчик. Ползун. Давай быстрее, набирай обороты. Тыч. Слушай, прекрасно. Очень даже прекрасно. Мне нравится, как у нас тут все идет. Дела обстоят изумительно. Дай монетку, я подберу сейчас. Хоп. Так, ну что. Победушка, да, я так понимаю. Так точно. Ну что же, а у нас с тобой осталось всего лишь два поединка. Два поединка, здесь кто? Вот. А вот здесь, друзья мои, уже надо быть настороже. Почему? Потому что здесь бродяга. Бродяга, он уходит в инвиз. Он может проходить мои ряды бойцов и, соответственно, начать наносить урон по нашему замку. Поэтому аккуратненько мы с тобой должны тут действовать. Очень аккуратно. Вот он идет. Поэтому мы его поджидаем здесь и будем выпускать, наверное, в первую очередь голема. Так, ну что, он выходит в инвиз. Хоп, и, как говорится, мы его тут подловили. Естественно, ниндзю. Ниндзю уничтожает быстро должна. Да, фехтовальщика справляется с ним. Так, берем с тобой. Так, но про бродягу не забываем, ребята. Ни в коем случае. Смотри, что, а? Что творит. Ха, молодец, БФГшка. Отлично у тебя получилось сейчас прижучить. Ну-ну-ну-ну-ну. Так. Вот, опять бродяга, да, вышел. Ну, не тут-то было. Получил. Нет, он прошел, ребята. А как он прошел, извини меня? Что-то происходит. Что-то я не понял, как это он там идет. Я уже вызвал своих ребят. И он еще был в инвизе. Как-то странно там получилось. Очень была накаленная обстановка. Так, ребят, ну здесь, естественно, берем с тобой имбовый отряд. Хотя можно и самим пройти. Тут король. Он не может наносить урон летающим юнитам. Ну, я все-таки не буду париться и возьму свой имбо-отряд. Если я его не буду брать, зачем он тогда мне нужен? Так, 300 энергии. Ну... как обычно, ребята, вызываем вначале мага-рыцаря, да, потом Ронина и все как обычно, по старой схеме. А можем взять с тобой, кстати, чумнуху. Во-во-во-во, шух, так еще даже будет лучше. На тебе. Выходит прыгун. Так, давай-ка я, наверное, вот так сделаю, чтобы расчистить себе путь. И можно было бы спокойно уничтожать замок. Все, ребят. Тут поработал очень хорошо прыгун. Он выбежал с ультой и начал просто бомбить. Так, ну а мы забираем с тобой награды. Сундук подданных. Пожалуйста, в студию. 9 эльфов и 12500 монет. Сколько нам еще? О, так у нас последняя карта, ребята. И мы с тобой отправимся в следующий портал. Здесь ничего сложного нету. Друзья мои, ну отряд лучше брать вот этот вот, с ползуном. Почему? Ну, во-первых, здесь зомбики, да? Во-вторых, здесь... камикадзе. Блин, вот я сейчас сам себя и загнал в ловушку. Именно что здесь зомбики и камикадзе. Да. Да-да-да-да, именно, ребята, вот так вот получилось. Это тупо. Это было тупо, не получилось, ребята. У меня, короче, фокус мой, который я тут планировал. Из-за моей, я не знаю. Сижу, главное, думаю, да, они вдвоем здесь. И делаю чушь полнейшую.
Да, короче, ребят, ну, мы выиграем здесь, конечно, наверное. Но я тебе скажу другое, что мы уже как бы, ну, сфейлились, поэтому перепроходить нам в любом случае придется. Не понял я, а что они такие здесь мощные-то, эти зомби? Вот я вот сейчас смотрю и думаю, почему вы такие мощные, с какого вдруг, блин, перепуга? Так, ладно, карточки зато нам неплохо с тобой наваливают. Нет, надо переигрывать. Что-то как-то мне это не устраивает. Да не тот отряд я взял, просто, видишь. Сам же говорил, что зомби, они очень быстрые и шустрые. Тем более тут расстояние вообще маленькое. Надо брать какой-то более мобильный отряд, более быстрый, шустрый. А какой у нас? Ну, можно взять вот этот вот, в принципе, он неплохой. Но, опять же, дорогие юниты. Вот этот можно взять. Я думаю, что да. Я думаю, что самурай, наверное, справится. Именно на самом начальном этапе. Сколько нам нужно? 150 энергии, да? Сейчас посмотрим. Но он должен справиться, ребят. Насколько помню, он должен... Ну-ка. Ага. Не так, конечно, быстро, как хотелось бы. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Все, да? Ну, с этим-то пареньком лучше не сталкиваться. Сам понимаешь, он с удара будет всех наказывать. Вот камикадзе — это плохо. Поэтому нам нужно с вами, наверное, взять тыквоголового, который будет контрить просто уже издалека. Так, секундочку, сейчас мы еще одного с тобой позовем. Вот так. Ну и, в принципе, все, ребят. Да, тут уже мы с тобой должны разбомбашить их всех. Еще одну тыкву позову для подстраховки. Но... Да что там происходит, я не могу понять. Что там мешкаемся-то? Сердечко. Есть. Ну и прекрасно, да, как говорится. Теперь можно спокойно, конечно же, переходить на следующий поединок. Это у нас второй будет. И посмотрим, кто здесь. Прибавляется просто-напросто когтистый. Тоже еще тот, конечно, вредитель. Но тут дистанция уже будет подлиннее, поэтому можно взять и отряд вот этот вот. С големом, да? Как говорится, с жаба с пушкой. С молотом, точнее. Сейчас мы будем с тобой смотреть, контролировать все это. Ага. Вот как он начал. Так, здесь нам желательно бы ниндзю быстрее вызвать. Давай. Когтистый явился. Давай, давай, родная моя, бомби этого когтистого. Все, прекрасно. Не надо только вперед, батьки, в пекло лезть, а, пожалуйста. Нормуль. Вот я не вижу, когда они вот так вот стоят все кучей, появляется этот камикадзе и просто с одного взрыва уничтожает абсолютно весь мой отряд. Поэтому вот, когда они стоят все, вот смотри, о, еще делает. Еще и отравил здесь, гаденыш, а, землю. А в этой земле стоим, когда мы получаем, соответственно, урон. Есть контакт. Ну что же, неплохо. Давай тогда двигаться дальше. Это у нас получается третий поединок. А вот, ребята, здесь уже появляется Банши. Банши, она кричит. Она может своим криком оглушить моих бойцов. То есть в стан вогнать их. Поэтому ниндзя здесь будет как нельзя кстати. Ну куда ты вот бежишь, а? Паршивец. Интересно, у меня ниндзя должна... Ну-ка. Да, справляется. Все у нее хорошо. Блин, ну зачем вот в лужу-то вставать, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну вот в лужу, из-за того, что в лужу встала, и она ее, ребята, и погибла. Ну, БФГ. А что с БФГ? Не понял я юмора. А что случилось с БФГ? Она встала, ребята, и погибла от чего-то. Вообще, вроде никакой лужи не было, ничего не было. А вот погибла и все. Фу, ладно. Опять орет, а? Психопатка-то это. Ну, наказываем. Так, ниндзя, давай там бомби. Главное, не стой в этой кислятине. Есть. Ускорение нам помогло здесь набрать, так сказать, нужный темп для уничтожения замка.
Ну что, у нас две последние битвы. Воу. Здесь прыгун. Придется вот этот отряд брать против прыгуната. Ну что, готовы? Если не ошибаюсь, он сейчас будет именно на одних прыгунах играть. Или я путаюсь с хищницами? Этап сейчас посмотрим. Угу, так и есть. Сейчас будет прыжок веры. Давай, паладина. Окей. Давай, молотильщик, по красоте. Так, не забываем опять же про прыгуна. Вот он. Он уже его, как говорится, отправил. Но нам повезло, что он не стал делать истерику. Он не стал делать истерику, но мне почему-то от этого не проще. Ё-моё, прыжок. Блин, дайте мне хотя бы друид, что ли, позвать. Что за дело-то? Очень что-то у нас тут как-то... Опять ты, а? И вот тут нам повезло, что истерика, как говорится, потратилась там на щитобота у прыгуна. Ладно, давай посмотрим. Сколько у нас минут, ребят, еще времени? На самом деле это мало. Причем, я смотрю, мы с собой вообще как-то и не продвигаемся. Ага, ага, ага. Да не тут-то было, да? Прыгун, как говорится, обломался просто на корню сразу же. А у этого сопротивление, кстати. Ха, за выражение. Ладно, ничего страшного. Ну, ты сам все прекрасно видишь. Ну, е. Причем все у нас воины практически были под щитами от паладинов. Это классно. Так, и вот он последний поединок именно в этой вселенной. Так, где мой имбовый отряд? Вот он. Тоже тут всего лишь две энергии осталось. Поехали. Ничего нового здесь не будет у нас, да? Ничего изобретать не будем. Просто выпускаем с тобой. Вот вы как, значит. Я немножко по-другому. Ну ладно, фиг с ним. Давай сделаем так. И руним. Хоба. Так, блин, вот это вот. Ну не надо. Твою же. Именно вот этим меня и бесит. Ох. Ты сейчас серьезно? Прыгун тут еще, блин, появился. Давай я тоже прыгуна позову своего. Кто здесь босс? А, жнец. И вот он появился, да? О, как он... А кого он там бомбим? Все, все отлично. Ушатали. Даже глазом не моргнули. Ну что, давай забирать наши награды. Сундук нежити. И что нам здесь выпадет? Так, банши. Вот. Зомби с надгробием — это всегда хорошо. Храм цветущей вишни плюс копейщики. Ну что, друзья мои, мы с вами отправляемся на следующий портал, и квест завершен. Странник. Так, а у нас с тобой здесь фабрика роботов. Ну, естественно, будет долина подданных. Ну, как же без захватчиков, ребята? Нефритовая долина и опять фабрика роботов. То есть две фабрики здесь будем, да? Ладушки, и, значит, здесь у нас джиггернаут плюс репульсор. Ну, а мы с тобой, наверное, возьмем вот этот отряд для начала, да? Так сказать, позабавиться. У него, в принципе, тоже тут юниты не дешевые, поверь мне. Репульсор, по-моему, стоит 150 энергии, да? Но у нас с тобой есть голем для этих дел. Хотя... Ну да, голема выпустим. Джаггернаута будет вызывать, он 100% тебе говорю. Поэтому нам нужно будет с тобой... Угу. Поэтому нам нужно будет с тобой вызывать здесь ниндзю. Чтобы как можно быстрее наносить дамаг. Ну, дамаг, конечно, и смешной, на самом деле.
Ты видишь, да, что он тут вытворяет? Если еще этот репульсор нас отталкивает. Может быть, на молнию с тобой? Угу. Так, ты опять, а? Блин, достанет, а? Да, одной ниндзя здесь недостаточно. Но все-таки мы смяли, промяли и уже начинаем бомбить вражеский замок. Так, 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 нахлобучили, да? Нет, не нахлобучили. Вон они там стоят вдвоем, е. Молодцы. Первая победа за нами. Так, и мы здесь с тобой забираем. Собери, так, торнадо. Нам еще одно торнадо где-то выхватить. И все, в принципе, ребят. Мы с вами получим награду. Так, ладно, мы с тобой отправляемся дальше в бой. Второй уровень у нас открывается. И здесь как раз дают толкателя. Блин. Не хочу я с ним драться. Твою налево. Ну, давай попробуем, наверное, взять вот этот отряд, но... Не знаю. Шансы успеха у нас здесь, наверное, процентов 60. Довольно сильный отряд, именно из-за толкателя. Он еще и оглушает при этом. Плюс наносит массовый урон, тоже об этом не забывай. Как бы стоять с ним, ну, нежелательно. Блин, плюс Джаггернаут. И он сейчас еще выпустит, он же сейчас выпустит, ребята, этого охламона. Вот он идет, толкатель, блин. Нам быстро надо, быстро вот с этим всем разобраться. Во, началось. Вот об этом я тебе говорю, молния, давай. Хоть как-нибудь. Главное, подальше от нашего замка стоять. Слушай, ну вроде бы как... Вроде получилось, ребят. Да, получилось, все отлично. Можно немножечко расслабиться. Фух. Вот именно самая вот первая пик-фаза, вот эта вот, когда толкатель отталкивает всех моих юнитов, да, и проходит ближе. Потом он делает еще свой вот этот удар на отталкивание и подходит ближе. И таким вот макаром он, ребята, наносит урон замку. Так что в наших как интересах его как можно дальше и быстрее уничтожить или оттолкнуть, в конце концов, туда, к его базе. Так, ну что, третья у нас битва. И здесь нельзя, ребята, чтобы вот этот бот ракетный выстрелил ракету, когда находится наш юнит возле замка. Иначе получает повреждение. А у меня что, все, что ли, по отрядам-то? Что-то как-то, блин, фигово, ребят. Что-то фиговенько у нас. У нас с тобой юниты заканчиваются. Кого я тут? Ну, ладно, здесь ползун. Но ползун здесь вообще, ребята, роли никакой не сыграет. Поверь мне. От него здесь мало толку. Он никого не сможет забомбить. Начинать надо с Джаггернаута, потом, естественно, прикрывать Джаггер на Джаггера, да? И, естественно, прикрывать Некро. Или нет, лучше Баллиста. Ну, опять же, повторяю, ребята, вот это вот опасно, когда вот он так стоит. Если этот... Вот, а он идет уже. Ё-моё, сейчас посмотрим. Нет, слава богу, не туда. А мог бы бомбануть, если честно. Ну где ты там, роботека? Выходи, мы сейчас тебя... Да нет, не то я хотел сделать. И он стреляет обычно, ребята, по задним рядам. Именно где вот у меня... Вот-вот-вот-вот-вот-вот, начинается у него. Бзикиш этот, не успел он. Хе-хе! Расчехлили мы его моментальненько, вот что я тебе скажу. Он там пыхтел-пыхтел, что-то как паровоз. Но ничего у него не вышло. Ну, а мы с тобой уничтожили ему замок. Найс. А что еще скажешь? Так, и у нас предпоследняя битва здесь. Секундочку, у нас вообще энергии, что ли, нигде не осталось. Эй, у нас только на имбовом отряде, ребята, две энергии. Ну, тут, понятное дело, тут даже... Даже он, как говорится, и пикнуть не успеет, как мы его разнесем. Ну что, приступим, пожалуй, да? Начнем, наверное... Давай с Ронина начнем. Эх, жалко, не побежал. Жалко, Ронин не побежал. Так бы половину здоровья бы уже отнял бы. Блин, толкатель, а? Ну вот, видишь, что делает толкунчик этот? Во, Ронин. Тюх. Тюх. Допрыгался здесь. Да шуршался, да иди ты в пень. Стоит он здесь. Да. Тут, как говорится, мы взяли на опережение. Воу-воу-воу, потише.
Классно. Классно, прекрасно. Ну что, друзья мои, последняя, как говорится, у нас энергия и последний бой. Ядерный робот здесь, я вас умоляю. Я вас умоляю, против вот этого отряда ядерный робот просто, извините меня, схватится за одно место и убежит просто-напросто. В криках «Мама, помоги меня, куда я попал?» Так что, ну что-то вот, ну что-то вот вылез, а? Джаггер, ну ты же знаешь, что это бесполезно выходить и свои понты тут нарезать. Ронин, молодец, красавчик. Плюс отражение, когда врубает у нас маг воин, это, ребят, весь урон. А тем более он делает вертушку, весь урон ему в лицо, ты понимаешь? Просто весь урон в лицо ему летит. Это, конечно, классно. Тебе не толкай, приперся, да? Все, дотолкался, олух. Ну ты посмотри, просто издеваемся над ними, да, ребята? Ну, а по-другому и быть не могло. Не могло, и я не хотел бы, чтобы было как-то по-другому. У нас, по-моему, все, ребята, энергии больше нигде нету. Да, не на одном отряде. Ну что же, тогда мы с тобой на этом будем закругляться. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть в Tower Conquest. Так что всем удачи и пока!